попытка неплохая. И вот сейчас ответ. Выходит на ударную позицию. Вновь бросок заблокирует. И с бэкхенда бросает. И забивает. Ну, наращивать будет ли свое присутствие Умозга? Посмотрим. Бросок. Опять. Гол. Закрепились. Бросок. И третья шайба влетает в ворота. Умо. Выход 2 в 1 со стороны гостей. И шайба влетает в ворота Целикова. Попадает в мусор. Бросок и гол! Красавцы! Гол! Умо наконец-то забивает свой первый гол встречи с Алтай Торпедо. Все саундтреком из фильма «Такси». И вот вам второй гол! Забрасывают вторую шайбу Седов. Павел Седов после выигранного вбрасывания. Вот так вот, как мы говорили, еще начиная со вчерашнего дня, один мусорный гол и пойдет. Виктор Эк запишет на свой счет голевую передачу. Как мы видим, гости достаточно резко атакуют и 5-2.